Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Realme C21 вводить секретные коды, и также покажу вам некоторые из них. Чтобы вводить секретные коды, открываем приложение телефона, открываем на нем клавиатуру, и затем вписываем здесь секретные коды. И первый код на сегодня это у нас будет звездочка решетка 07 решетка. Это у нас код, который отображает максимальный уровень SAR. Вот так вот. Следующий код это у нас звездочка решетка 800 решетка. Это у нас код на фидбэк. Можем здесь написать фидбэк разработчикам Realme там по поводу всяких там фич и типа пообщаться с ними как-то так. Здесь вот можно заполняем все поля. Следующий код это у нас звездочка решетка 888 решетка. Это у нас инженерный режим. Видим здесь наш PCB номер, и также можем просканировать его QR-код. Следующий код это у нас звездочка решетка 426 решетка. Это у нас F7 Diagnostics Menu. Можем здесь просматривать какую-то инфу тоже. Следующий код это у нас звездочка решетка 225 решетка. Это у нас сведения о календаре. Если у вас есть какие-то календари, добавленные на вашем устройстве, они, скорее всего, будут у вас здесь отображаться. Ведь, к сожалению, у меня тут ничего нет. Следующий код. Это у нас звездочка-решетка 677-6-решетка. Это у нас меню информации о телефоне. Можем здесь там выставить модель, версию Android. Короче, software information, версия этого софта, прошивки нашей. Вот так вот. И последний код на сегодня. Это у нас звездочка-решетка 06-решетка. И этот код отображает нам наш номер IMEI, IMEI 2 и также серийный номер устройства и штрих-коды к ним. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!